Во второй половине текущей недели магаданцам нужно подготовиться к переменчивой погоде с осадками. Кратковременные дожди в городе идут с понедельника. Осадки короткие, поэтому дождливой такую погоду не назовешь. Однако ливни все-таки ждут в предстоящие выходные. Спокойной, самой теплой на этой неделе погода будет в четверг, 28 мая. Гидрологическая обстановка в регионе остается благоприятной. По информации сотрудников Главного управления МЧС по Магаданской области, на реках отмечается спад волны весеннего половодья. Неблагоприятных и опасных гидрологических явлений не зарегистрировано. Подтоплений населенных пунктов нет и не прогнозируется. Лед остался только на водохранилище, на остальных водоемах открытая вода.